Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Я всех вас рада приветствовать. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал, подписываетесь, ставите лайки, оставляете комментарии, пишите мне запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Если кому-то понадобится индивидуальная консультация, под данным видео будет находиться номер телефона, а также ссылки на телеграм-канал, контакт, пишите на Viber, WhatsApp, SMS, сообщения. И если кого-то заинтересуют курсы Таро, также пишите на Viber, WhatsApp, телеграм-канал, контакт. Сегодня будет онлайн-гадание. Для тех, кого, конечно же, эта тема интересует. Что вы скрываете друг от друга в своих партнерских отношениях? Это, опять-таки, для тех, у кого сложные отношения. Какие маски вы носите? Что вы не показываете друг другу? Один будет вариант. Если срезонирует, поставьте лайк. Напишите комментарий, оставьте отзыв. Итак, ваш сигнификатор, сигнификатор вашего партнера. Дальше. Какую маску вы носите? Какую маску носит ваш партнер? Следующее. Что скрывается за вашей маской? Что скрывается за маской вашего партнера? Как будут складываться ваши отношения, если вы все-таки откажетесь от масок и будете демонстрировать на самом деле то, что вы чувствуете и что вы хотите показать? Итак, давайте для начала мы рассмотрим вас. Ваш сигнификатор. Вы либо в отпуске находитесь, либо на отдыхе. Возможно, так. Вы в данный момент в разлуке. У вас период, когда вы хотите друг от друга отдохнуть. Вам необходимо подумать. Вы не вместе. Сигнификатор. Либо же, знаете как, вы можете быть вместе, но настолько отдельно друг от друга, что вы стараетесь даже не пересекаться, избегать друг друга. Период стагнации. И вам, кстати, необходим отдых у вас, потому что может быть эмоциональное выгорание. Как будто вам не хватает вот этого вот покоя. Состояние, когда нужно побыть одной. Когда вот необходимо просто посидеть, все взвесить и хорошо подумать. Давайте посмотрим, какую маску вы носите. Мне нужно дополнение. Возможно, вообще что-то связано с вашими надеждами, с вашими мечтами, которые вы на самом деле куда-то туда глубоко запрятали. Так, дополнение. Вы знаете, так, вы либо хотите замуж за этого человека на самом деле, либо же вы уже замужем, но приходится носить вот эту маску семейного человека. Семейного человека. Возможно, на людях приходится демонстрировать семью. А по факту что-то у вас внутри происходит. Здесь возможен два варианта событий. Либо вы ожидали все-таки, что человек в итоге вам сделает предложение и как-то пойдет вам навстречу. И что-то не получилось, что-то не срослось. И вот эта ваша надежда, мечта, она, как сказать, не осуществилась. И ваша маска в том, что вы на самом деле скрываете то, что вы хотите семью. Вы хотите, чтобы вам сделали предложение. Вы хотите именно счастья, благополучия. Вот для себя. Что на самом деле вы скрываете от своего человека, которого вы загадали? У вас есть огромная сила внутренняя. У вас есть потенциал. Вы человек, женщина яркая, темпераментная. Вы хотите любви. Вы хотите счастья. Вы хотите к себе внимания.
и вы скрываете, возможно, свой темперамент. Вы хотите каких-то, возможно, бурных отношений, других отношений, более тесных, более близких. Возможно, скрывается то, что вас, может быть, мужчина даже подавляет, а вы как бы идете ему на уступку. Либо за вашей силой на самом деле скрывается слабая женщина. Вот как будут складываться ваши отношения, если вы сбросите маски? Вы расстанетесь. Это, знаете, карта, когда вот если вы покажете человеку на самом деле свое внутреннее состояние, вы не сможете быть вместе, потому что, скорее всего, здесь идет глубокое притворство. То есть мужчина может вообще вас не видеть, ту, которая вы на самом деле. Но так, к сожалению, вы заигрались. Вы изначально ему показали не ту сторону. Возможно, вы показали, что вы сильная, самодостаточная, самостоятельная, готовы ухаживать за мужчиной, ну, где-то как-то ему уступать. И все, вы себе где-то как-то наступили на горло. И если вы будете показывать, наконец-то, себя ту настоящую, яркую, сильную, темпераментную, он просто не выдержит. Давайте посмотрим вашего партнера, которого вы загадали. Сигнификатор. Как ни странно, сигнификатор выпадает старший аркан императрицы. Вы знаете, мне надо сюда посмотреть дополнение. Либо это вы, либо это может быть другая женщина. Понимаете? То есть у вас вот может быть такой вот любовный треугольник. Давайте посмотрю, что есть в этой карте на самом деле. Кто это? Я бы так сказала. Здесь я, скорее всего, вижу то, что мужчина не свободен, и он на данный момент очень долгое время мог носить вот эту маску и вам давать какие-то надежды на то, что вот-вот придет время, и вы будете вместе. Это его сигнификатор. Какую он маску носит? Вы знаете, что-то у него есть какое-то уныние. Уныние. Ему как-то иногда даже хочется побыть одному. Кстати, у вас четверка мечей, а у него четверка кубков. Он тоже не договаривает что-то. И вот те условия, которые ему предлагаются, он на них почему-то не соглашается, не идет. Уныние есть у него. Может быть, кстати, попивает он. Что-то как будто заглушает всем. На самом деле, что-то заглушает в себе. Что вообще скрывается за этой маской? Вы знаете, на самом деле он ведь человек непростой. Он достаточно волевой мужчина. Такой, знаете, да, он, может быть, показывает себя хладнокровного, такого неприступного, может себя показывать. А он прячется за этой маской, понимаете? Он прячется за этой маской. Может быть, еще, знаете, еще такой момент. На самом деле сложность-то в том, что за маской скрывается расчетливый, хладнокровный, может быть, даже где-то жесткий человек. Понимаете? Вот так вот. И смотрите, у вас башня, а у него десятка мечей. Если вы сбросите маски, ничего хорошего не будет. Все. Для него это будет поражение. То есть развал полнейший. Вы не готовы принять друг друга такими, какие вы есть на самом деле. Где-то как-то вы заигрались. То есть, если вы озвучите все то, чего вы хотите, и на тех условиях, на которых вы хотите выстраивать взаимоотношения, нет у вас будущего, к сожалению. К сожалению, вот так вот вышел этот расклад, что будущего нет. Все-таки я хочу сюда посмотреть дополнение. А причина-то в чем? Хорошо, он может быть не свободен, он может быть что-то вам обещал, но не оправдал ваших надежд. Но в чем еще должна быть какая-то еще причина? Давайте посмотрю. Вот каждый из вас любит удовольствие. И он, и вы. И здесь есть эгоистичность. То есть девятки – это всегда
когда человек, ему нужно либо большего пространства для своего личностного пространства, и человек хочет наслаждаться, довольствоваться жизнью на своих условиях. Несостыковка. Никто из вас не хочет уступать, и очень много было споров, разногласий, конфликтных ситуаций. Очень вы разные вообще люди. Здесь идет соперничество между вами. Вы знаете, хочу сказать, мужчина соперничает с вами. Вот соперничает. Ему хочется, чтобы вы ему полностью подчинились. И вы соперничаете с ним, потому что вы не хотите полностью себя подчинять и ломать. К сожалению, вот онлайн-гадание здесь, конечно же, один вариант был, но здесь показывает глубокий конфликт, дисгармонию в отношениях, каждый на своей волне. Скандалы могут быть на ровном месте, недоверие, ревность. Кстати, могу сказать, ревность, и причем здесь даже может быть даже так, что у некоторых может проигрываться, что человек настолько ревнивый, и он может быть даже деспотичным. Он либо словесно может оскорбить, либо же даже где-то как-то, знаете, вот толкнуть там, ну, проявить физическую силу. Я вижу это так. Те маски, которые вы носите, да, и то, что вы скрываете друг от друга на самом деле, вы не принимаете друг друга таким, вы не принимаете его таким, какой он есть, а он не принимает вас такой, какая вы есть. Вы хотите постоянно друг друга изменить. Это ведет к конфликту, к дисгармонии. Здесь нет возможности вам, к сожалению, быть вместе. На данном этапе вам и без друг друга плохо, и вместе очень тяжело. Если расклад срезонировал, оставляйте, пожалуйста, комментарии. Ставьте лайки. Я желаю вам всем мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих детей.